Добрый день, друзья, добрый день. Игорь Жабский представляет. Сегодня 3 августа 2018 года. Я на острове Аскольд, Южное Приморье. Вот мы добрались до маяка. Тут два маяка. Один рабочий маяк. Вот я сейчас его покажу. Вот он, рабочий маяк, в автономном режиме работает. Вот мы спустились, тут разрушена дорога, тропа до старого маяка. Но мы немножко спустились, откуда можно было по этим старым дорожкам, тропинкам. Вот я сейчас показываю. Я стою на самом краю. Вот стою на самом краю. И вот я сейчас покажу тропинку. Мы тут вдвоем спустились. Вон вдалеке, видите, разрушенная тропинка. Вот идет серпантин такой. И вот мы по этой дорожке дошли вот сюда. Раньше там было веревочный мост, но его порвали. Там есть веревка вниз, но мы не стали спускаться. Вот на том месте мы и остановились. А она идет вот сюда, сюда. И вот он, старый маяк, на котором мы не дошли чуть-чуть. Ну, не стали. Группа нас ждет, нам еще возвращаться. Вот такое вот место классное. Погода стоит отличная, ветра практически нету, солнце, ни одного облачка. А это вот бухта. Вот я показываю, откуда я начал свое видео. Вот за этим мысом, вот там мы остановились. Нам сейчас возвращаться, уже кричат сверху. Поэтому я заканчиваю небольшое свое ознакомительное видео. До новых встреч, друзья! До новых встреч!